Так, ну давайте подали, подали жару, жару подали, покричали хорошо. Всем здравствуйте, все такие пунктуальные, молодцы. Кто уже разогрелся? Хорошо, похлопайте в ладоши. Да, хорошо. А кто дома немного уже начал? Вот молодцы, серьезные люди. А вы только что, да? Или еще даже не начали? Но это прекрасно. Вы зато здесь близко, вас сразу зацепит. Итак, друзья, через несколько минут мы будем начинать. Постепенно собираются все гости. Мы немножко подождем. Обезьянки уже на своих местах. Я смотрю, даже сегодня у нас начали рождаться обезьянки здесь, прямо сейчас. А что мы сделаем для начала, друзья? Я думаю, что те, кто уже здесь, вы молодцы, и можно уже с вами начать. Как вы смотрите на то, чтобы начать наш вечер? Ну так, постепенно. Вот, правильно, отличный, отличный ответ. Я сейчас прошу вас обратить внимание на экраны. Посмотрите на экраны, подготовьте бокалы, рюмочки, стаканчики, графинчики. То, из чего вы будете сегодня праздновать. А смотрим видео поздравления от ресторана «Максимилианс». Можно поддерживать, поддерживайте участников. Пока нет, да. Пока нет, да, это на самом деле кажется легко, но это достаточно сложно. Пожалуйста, подходите. Ну, вот было, прям он это... Так, хорошо. Один есть, попробуем дальше. Есть ли еще у нас соискатели? Ты далеко, пожалуйста, не уходи. Ты как, в поиске? Да. Хорошо, как зовут? Дина. Дин, что ты так смотришь-то на меня? Да, все понятно, второй вопрос не актуален. Да, в процессе, я называю это в процессе. Смотрите, сейчас то, что будет происходить на сцене, это не является конкурсом. Вам нужно просто стойко снести все, что будет здесь происходить, хорошо? Ни при какой ситуации, пожалуйста, не раздевайтесь. Хорошо? Ну, в общем-то, тяжело, вы сказали, это будет тяжело сделать. Я не знаю, на серединку садитесь, на серединку. Но, видимо, подчиняться нужно будет в какой-то момент, не знаю. В общем-то, это сюрприз как для вас, так и для меня. Что же сейчас будет происходить? Под ваши аплодисменты мы начнем! Ну давайте, не устаем, хлопаем в ладошки, жару добавляем! Сейчас остаются считанные минуты до речи президента, до поздравлений и до поднятия бокалов. Сейчас делаем минуту, может быть, две тишины, готовимся все, наполняем бокальчики морально, психологически, беремся за руки, готовимся целоваться, радоваться и загадывать желания. Несколько минут, и я вас обязательно буду предупреждать о том, что пора встречать Новый год. Итак, готовимся.